Ого, вот это да, здесь есть какая-то деревня. Ну все, Чупакабра, тебе капец. О-хо-хо! Вот так-то! Я приручил Дезмода. Все, Никита, побежали. Подожди, я Азулбери. Сейчас. Стой, только нам нужно запомнить, где мы. Все, я запомнил. Пошли. А если... Ты готов, Если... Никита? Да. Все, так что пошли. Да не надо, убери, он у тебя тратится. Да не металл. Пошли. Стой. Остановочка. Отдых. Просто остановка. Пошли. О, Куда? есть металл! Я нашел металл. Отлично. Сюда иди. Добываем скорее. Сюда иди. Ай, ай, ай. Мухи, мухи. Никита, мухи, помогай. Итак, ребята, мы с Никитой отправились к этой заметке. Я уже прибежал, забрал свои ресурсы. Где-то... Мне срочно так. Надо. О, руна! Сколько мне дало? Четыре опыта, вот это да! Все в скорость, все в скорость. Сюда, Никит, быстрее, за мной. Нужно вторую руну найти. Да, я видел, там было что-то синее светилось. Да-да-да. Кстати, а почему бы нам не забежать на эту гору? Попробовать. Нет, 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 ладно, нет, 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 я все понял. Нет, 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 нет. За мной. Дилофозаврик. Да. Подожди меня, дай мне воды. Быстрее! Да, Ник, подожди меня. Быстрее. А как ты ешь? Итак, ребята, мы бежим уже. Дилофозаврик, не отставай. Уже ко второй руне. Да, да, их видишь, там сверху есть зеленый луч. Ага. Изучаем ее. Отлично. Ну что же, а теперь у нас есть плюс-минус 6-8 минут, чтобы прокачать наш левел. Теперь давайте просто будем добывать дерево. И сбрасывать его. Вода. У меня уже 14 левелов, а это значит, что у меня уже практически 70 уровень. Никита, кажется, у тебя проблемки. У меня дела пожалуй. Не расстраивайся, Никит, я тебе помогу. Так, ребята, я сильно вкачал мое здоровье. Даник, у меня почти 1000 доступно очков. У меня 895. Вай, лупи его. Хорош, почти. Почти, давайте. Ай, нет, мне надо отойти. Ай! Вау. У него, надеюсь, кислород. О, нет, у него кончается кислород. Нужно ему быстрее ложить еду. Быстрее, пожалуйста, кушай, птеранодончик. Ладно, я его, наверное... Я не знаю, что мне делать. Ай, ладно, ну попробуй что-то сделать. Ну, пожалуйста, птеранодончик. Пожалуйста, не умирай. Ладно, просто проснись. Не знаю, что с тобой делать. Ай, ладно, ребята, короче.
Я приручу сейчас птеранодона и покажу вам уже, как он у меня будет стоять, этот голубь. И мы уже полетим к дезмодам. Ну что же, ребята, сейчас я уже приручу птеранодона. Тыщ! Итак, ребята, ну вы просто посмотрите на этого голубя. 202 уровень. Он вначале был... Ну, я нашел такого же 140-го, потому что тот уже все. Тот уже, так сказать, свое... Свой шанс быть покормленным мясом потерял. Сейчас я быстренько скрафчу ему седло. Оно готово. Так, быстренько садись. Приземляйся давай уже. Ну вот. Молодец. Какой у тебя вес? Конечно, слабенький, слабенький. Нужно. Наконец-то, ребятушки. У него есть все шансы стать тем, с помощью кого я смогу осуществить свою мечту. Итак, ребята, у меня уже практически все готово. У меня уже есть металл сет. Никит, тебе я металл сет сделаю чуть-чуть попозже, хорошо? Окей. Можешь мне пока что сделать... Ну, какое-то оружие нормальное. Хорошо. А то копья обычные. Без проблем. Но нужно немного металла. Ты сможешь пофармить дерево, чтобы его наплавить? Да, конечно. А ты сможешь на секунду выйти из мира? Просто я сейчас хочу быстро на птеранодончике пролететь по этим. Карте? Да, хочу пролететь по заметкам и получить уровень на птеранодончика. Хорошо? Окей. Все, да. Договорились. Я выхожу. Да, хорошо. Пока что я сам поиграю. Да-да-да, хорошо, давай. Хост, смотрите, ребята. Ой. Играть в одиночку. Итак, ребята, где-то здесь был луч. Нет, не здесь был луч. Смотрите, как может птеранодон делает вот такую бочку. Ой, все, устал. Устал, птеранодончик. Птегтик. Так, пока у нас птеранодон восполняет свою энергию, мы изучимся. И, ребята, у нас, по идее, мы скоро сможем приручить гигантозавра и карханатозавра. Короче, одним словом, карху. Ого, вот это да, здесь есть какая-то деревня. Так, птерчик, ты пока посиди, а я быстренько себя прокачаю в вес. Интересно, что есть в этой деревушке? Интересно, а я могу добыть эти бочки? Да. Мясо и инструменты. Нет, уйди. Зараза, уйди. Нет, бежать к птеру. Птер, летим. Ну все. Ну все, чупакабра, тебе капец. О-ха-ха! Вот так-то. Получили и расписались. Будешь знать, как нападать на меня и птеранодончика моего. Ребята, вы просто посмотрите, сколько инструментов. А ты кто? Привет, диморфодончик.
Правда, раньше я вас недолюбливал. Но пока ты меня не атакуешь, ты хороший мальчик. Что? Арбалет! Металлолом, притухшее мясо, куча-куча всего. Кажется, в этих деревушках очень много ресурсов, которых можно добыть. Что я и сделаю. Мясо. Инструменты. Это просто шик-шикос, чебрек-кокос. А тут у нас в этой штуке что-то не... А, нет, это неразрушаемая штука. Тут ничего нету. Тут у нас кирка. В бочках у нас... Ой, тут у нас что-то сломалось. Ладно, у меня есть металл-кирка. А нет, у нас же есть металлический топор. О, ребята, вы это видите? Здесь и картошка, и морковка. Вот эта штука мне надо. Вот это да, лимон! Хо-хо! Ребята, кажется, скоро кукуруза еще есть. Вот это да! Кажется, скоро мы сможем приручать травоядных очень-очень выгодно. Так как это же трава, трава. Но она дает больший уровень приручаемости. И по идее, с помощью этих морковок, лимончиков, всякого такого... Точнее, их всех мы сможем... О, ты видишь? Нет. Сесть, сесть. Взлетай, 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 взлетай. И вот так. Ну, давай же, давай же, давай же, давай же, давай же, давай же, давай же. Призи его. Призи его. Нет, поворачивайся. И так, друг, давай. Хорош! Тиранодон съел этого саблезуба. Опять я удивляюсь, то, что Птеранодон такая мощная машина. Точнее, не машина, а... Вот это да, ребята, вы просто посмотрите на это. Мне кажется, что я здесь поставлю метку. Ох, конечно, у меня много ресурсов. Сейчас, пожалуй, что-то сброшу. Ну вот... Нет, все-таки не могу я что-то сбросить. Вы за мной... И сейчас я отправлюсь домой. Дашки. Ах ты ж. Птица. Птиорнис. Все. Все. Где за додошек? Ихтиорнис. У этого бронтозавра такое вкусное яйцо. Такое стоит тут одно. Ладно, попробую... Забрать его и вырастить, может быть. У меня получится. Ладно, не буду его как-то обижать. Но он уже хороший. Предлагаю садиться на плот и отправляться в путешествие. Не сказал бы, что это какое-то архи-большое путешествие. Я просто отправляюсь в путь. Вот и все. И вот что я добыл с той деревни. Конечно, обидно, что я много чего потерял. Эй, что напало на меня? Ихтиорнис. Опять этим ихтиорнисом нечего делать. Все, ладно, поплыли. И сейчас мы будем плыть туда. Так, будем... Нам надо завернуть. Куда это я? Нам надо завернуть. И мы плывем. Посмотрите, какой у нас классный плот. Классный плот. Мы летим и плывем. Классный плот. Классный плот. Классный плот. Ага, нам нужно проплыть с этого острова до другого. Ну, конечно, это будет большое путешествие. И когда я уже доплыву, я включусь. Мы, ребята, преодолели всю эту реку. Проплыли почти всю карту.
Это заняло где-то минут 40. Может, 30. Но ощущалось это как час. Ну что же, когда я найду саму пещеру с Дезмодусами, я вам сообщу об этом. И мы отправимся их тамить. Итак, ребята, я просто хочу сказать, что я пока летел к Дезмодусам, я нашел очень много нефти, кристаллов. И их всех добыл. И сейчас я скрафчу так нужную нам трубу. Но еще нужно волокно и дерево. Мы приплыли с моря. С моря мы приплыли. Итак, ребята, у нас в нашем выживании появился новый гость. Это Богдан. Да, всем привет, ребята. Это давно не виделись. Тот самый пацан, который помогал мне развиваться на сервере Варк. С самого начала я помню, как мы еще бегали на тинегрифах. Ну, короче, сегодня он мне поможет притаймить дезмодов. Ведь так? Да, да, конечно. Они нам нужны, чтобы добывать кровь, чтобы фармить мобов, чтобы размножать их, и чтобы у нас была целая армия дезмодов. И я уже присмотрел место под базу, под основную базу, не плот. Но плот все-таки мы будем дальше развивать. Ну что же, погнали в пещеру. Я сейчас как раз гамму включу большую, так как мы сейчас идем в пещеру, а там темно. Даже 4. Все. Погнали. Если что, мы потеряли очень много ресурсов. Практически все, но вернулись на базу и сделали 2 дробовика. Так, у нас тут всякие заразы. Ох ты ж, 240-й левел, а почему... А что так холодно? Почему так мощно? Пояснение. Ну, тут я максимум... Пещера. А, типа пещера, в пещере. В пещере все жесткие. И тут пещера с артефактом. Вот из-за этого. Больно. Отойди, лучше. Ай-яй-яй-яй-яй. Неплохо. Ужас. 560. Я сейчас умру, я тоже. Ребята, я приручил Дезмода. Меня кидает, шпыняет, у меня все лагает. Вот вы видите, что я вижу. Я приручил Дезмода. Он живчик еще, ты видишь, он живой. А, все. Меня убили сразу же. 140-й, конечно. Это прикольно, ага. Это прикольно. Так, и ребята, мы тамим этих дезмодусов. И да, просто ты неожиданно так записал. Я там летаю, думаю, не понял. Ай, он меня грызет. Ай. Ох, он пробил нас неплохо. Он схватил меня. Тамит. Ай, кушает. Он меня просто пришел добил. Прикольно. Итак, ребята, вот как тамится летучая мышь. Она просто хватает тебя в лапки и начинает пить кровь, которая у тебя в пакетиках. Ну или ест самого тебя. Затомил вот. Ее, красава. И мы его затомили, ну что же. Я вас поздравляю, товарищи, это победа. Итак, ребята, ну что же, вот наш Дезмод. Всеми правдами и неправдами мы нашли для него седло, и теперь мы можем на нем летать. Давайте попробуем атаковать какого-то моба. Например... Ох, как он пикирует. Вот это да, ребята. Ну он вообще кайфарик. Как он пикирует круто. Давайте попробуем дойти до нашей базы. Она находится где-то там. Я вижу какое-то существо. И ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. И с помощью какого-то
динозавра, который фармит ягоды, мы можем фармить очень-очень много транквилизирующих стрел. И это имба, ребята. Вот реально, Дезмодус — это имба. Богдан, большое тебе спасибо. А ты можешь откинуть там кроватку? Да, откинул. Ой, спасибо. Кируем на базу. Ну что же, друзья, спасибо вам за просмотр. С вами был Даник, с вами был Никита, а также наш друг Богдан. Ну что же, всем спасибо и всем пока-пока. А я... Да, всем пока. А я отправляюсь на свой плот.